Чалову Михайловой в защиту Навального без удовлетворения. Решение суда вступает в законную силу со дня его вынесения. Копия решения вам будет вручена сейчас. И в случае несогласия вы можете обжаловать его в вышестоящую судебную инстанцию. Ваши практиканты в шоке и пойдут на следующий митинг явно. На этом судебное заседание окончено. Спасибо. Скажите, пожалуйста, через сколько постановлений? Вы будете в течение часа встречаться? Странный вопрос, естественно, будем. Для этого у нас теперь есть все основания. И Мосгорсуд нам в этом сегодня очень помог. А вы его не уводите, потому что сейчас нам будут вручать постановление. Оно будет через час. Вы получите за него, довезете. Что, пакетик какой мне мой взять? А пакетный вопрос. Вот, да, если он спасибо. Мы же сейчас возьмем. Вы же можете как-то... Да. Получать место не будет. Вместо него я получать ничего не буду. Если вы его незаконно будете там содержать сейчас без решения, это ваша проблема. Ребят, заканчиваем съемку. Если вы захотите давать комментарии, то установитесь, пожалуйста. Где решение? Я отвечаю только за работу, блядь. Не нужно на меня задавать чужие обязанности. Ребят!